Отличненько, дорогие друзья, и водитель готов уезжать к себе на склад разводить продукты, а мы закончили работу и получили зарплату. А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Привет, привет, дорогие друзья! Ну что ж, мы продолжаем играть нашу отличненькую игру под названием «Погрузчик», ребята. Ну что ж, давайте, собственно, попробуем. Так, погрузчик, давай-ка ящик вот передвинем. Так, пи-пи-пи-пи-пи-пи, хопа! Ого, меня отбросило, ребятки. Все, ребятки, фура уехала с товаром. Продолжаем дальше. Так, два ящика нам надо поставить. Хорошо, сделаем, не проблема. Один ящик ставим здесь. Ой, оно отпружинивает. Давайте вот так вот. Брум-брум-брум-брум-брум-брум-брум-брум-брум. Едем, едем, едем. Забираем второй ящик, ребяточки. И крутим его с вами, вертим. Вот так вот ставим наверх. О, отлично. Все, водитель уехал на склад разводить товар, ребяточки. А мы с вами продолжаем играть в следующий уровень. Так, ну что ж, на кнопку нам надо нажать, чтобы упал у нас ящичек. Вот этот, отличненько, ребяточки. Давайте его, собственно, с вами сейчас и в упор вот так вот и затолкаем. Отлично, теперь берем маленький ящичек. Ставим его вот сюда вот наверх и толкаем впритык. Все, отличненько, ребятки. Прошли этот уровень, продолжаем дальше. Так, что у нас, ребятки, на очереди? На очереди у нас, ребяточки, такой довольно-таки специфический уровень. И здесь нужно, прежде чем что-то делать, 5 раз подумать. Ага, нам ящики нужно куда? Ага, а мы вот так вот сюда. Опа. Теперь проезжаем, нажимаем на лифт. Ждем, пока лифт приедет, чтобы он нас случайно не раздавил под собой. Мы ждем его, ребятки, немножко с краю. Теперь заезжаем на него. А, все, понял. Все, поехали. Надо нажать на кнопку, наверное. Что кнопка-то не работает? Поехали. Лифт. Все, лифт меня везет наверх. Отлично, дорогие друзья. Так, 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 так. А вот и наш товар, который нам надо, ребятки, загрузить в автомобиль. Брэм-б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 рэм. Так, меняем локацию немножко. Опа, отличненько. Все, ребяточки, отлично. Погрузчик справился со своей... полноценной, так сказать, ребятки, работой. И мы продолжаем играть нашу замечательную игру. Так, ребятки, здесь нам надо сначала... Ой-ой-ой, здесь нужно, ребятки, отметить тот факт, что один у нас ящик бьется, видите? Вот этот. Он может разбиться при любых условиях. Этот нет, этот нет. А вот этот, ребятки, может разбиться... Так что нужно быть очень бдительным. Вот этот тоже не может разбиться. Видите, там стекло. На ящике нарисовано стекло. Значит, может разбиться ящик. Так. Так, нам надо его закинуть туда. Вот так вот. Отлично, дорогие друзья. Теперь нам надо взять вот этот. Тихонько. Тихонечко, давай, давай, куда ж ты, что ж ты делаешь-то, а? Так, ящик вот этот. Опа! А, этот ящик наверх нам надо поставить, ребята. Поменяться местами. Берем вот этот ящик. Вот этот. И несем его, ребяточки... Сейчас покажу, куда. Да что ж ты делаешь, а? Все наоборот всегда у тебя.
Так, берем вот этот, отбрасываем его. Берем вот этот, ребяточки. И этот нам будет пригодиться потом наверху. Давайте пока его вот так вот, наверное, что ли, положим. И пока возьмем вот этот. Так. Вот так вот. Ай-яй-яй-яй, не встал, конечно. Вот так вот. О! Все? Нет, ребяточки, он не встает все равно. Надо другой стороной, значит. Вот так вот. Вот так вот. Умница, отличненько, ребята. Все как по инструкции. Теперь вот этот, ребятки, ящик нам нужно закинуть на самый верх. Но тоже, видите, нам надо его с таким принципом работы закинуть. Вот так вот. О, отлично. Отличненько, дорогие друзья. И водитель готов уезжать к себе на склад разводить продукты. А мы закончили работу и получили зарплату. Отличненько. Так, ну что ж, получили мы денежку. Продолжаем дальше играть, ребяточки, в нашу замечательную игрушку. Так, ждем лифт, ребятки. Пока приедет, нам надо доставить, ребятки, 4 ящика и 4, собственно, вот этих штуки. Так, сбрасываем пока сюда. Ящики тоже сбрасываем. Так. Брам-б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 рам. Так, ребяточки, ждем лифт. Теперь подъезжаем. Поднимаем наш груз, чтобы он не пострадал при транспортировке. И аккуратненько, медленно, ребяточки, мы его перевозим. Вот-вот-вот-вот. Давай-давай-давай. Вот-вот сюда вот. Отличненько. Так. Теперь берем второй ящик. Эу. Вот так вот ложим сюда. Отличненько. Просто супер. Так, ждем, пока лифт поднимется, а то он прищемит меня. И либо, ребятки, он раздробит погрузчика, либо раздробит ящики. Так что смотрите, ребятки, внимательно за тем, чтобы ваши ящики ни в коем случае не попали под лифт. Эу! Да что ж ты будешь делать, а? Ребята, я упал полностью, ничего не могу сделать с собой. Помогите! Меня зажало. Так, давайте переиграем этот уровень, чтобы наглядно продемонстрировать, как, чтобы вы, ребятки, понимали, как его проходить. Чтобы вам было намного легче. Отлично он встал. Как раз так, как мне нужно. Все, ребятки, теперь вот эти ящики, которые наверху, мы с вами потихонечку передвигаем вниз. Брым-б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 рым. Поехали, берем один. Один ящик пошел. Второй ящик пошел. Третий ящик пошел. Отличненько. Так, ну что ж, ребятки, ждем, пока лифт поднимется наверх, дабы заехать на него, чтобы нас не приплюснуло, чтобы мы не упали опять на крышу, потому что абсолютно мы в этой части, это самая первая часть погрузчика, ребята, и здесь мы крутиться абсолютно не можем.
Так что все, что нам остается, ребятки, это надеяться на лучшее. Отлично, ребята. Все, что самое сложное нам нужно было сделать, мы с вами сделали. Ой-ой-ой. Чуть лифт не поломался. Ребята, вы видели? Мы заклинили лифт, и он чуть не поломался. Так, ждем, пока лифт, ребятки, уедет. Забираем вот эти еще два ящика. И все, ребятки. Забираем быстренько второй. А, не успеем, ладно. Мы проедем поверх. Отличненько, дорогие друзья. Водитель нам заплатил денежку за то, что мы прошли эту игру. И он уехал на склад разводить товар. Круто, круто, все круто. Так, ну что ж, дорогие друзья, мы с вами прошли этот уровень. Круто, круто, все классно, все просто супер. Подписывайтесь на мой канал. На этом, ребятки, игра закончена. С вами был, как всегда, Юра. Пока-пока.